在意，就算也还有太多的委屈，未完的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么，自己抉择。哦，每一次倔强的背后，都有个声音在召唤我。我相信昨天的昨天都有它的意义。哦，只要你也永远坚信。Шеф! Шеф! Я по делу. Администратор района сообщила, что вам нужно прийти на занятие по пожаротушению сегодня в 10:00. Я сейчас от гнева сгораю. Так, не ешьте столько чили. Пойду, куплю вам что-нибудь угомонить пожар. О чем ты? Сказали же, что огнем горите. Проваливай. Ты чудесная, Ши. Тебе очень идет. Согласна? Я такое никогда не носила. Немного неловко. Ты довольна? Да. А ты? Хорошо. Он вредничает. Кто-то тут очень разборчивый. Подожди. Хватит. Подарок. Ты давай. Это от Эми. Что это? Косметика Dior. Красивые девушки, дорогая косметика. Слишком дорого, я не могу принять. Почему не можешь? Я не платила за нее. Кое-кто просто стесняется лично подарить, поэтому я это и делаю. Ши, все это, туфли, сумочка, платье, по его просьбе подготовили, включая прическу и макияж. Он утомил меня. Не будь ты красоткой, я бы не помогла тебе. Спасибо за заботу. Ну чего-то, мы же как братья. Не благодари. Я в долгу. Супер. Бегом. Милая, может, не пойдем? Понимаешь? Они не имеют ко мне отношения. Я думала, ты собираешься идти.
Думаешь, я хочу пойти? Если бы ты не спрятал приглашение, я бы и не предполагала. Что ты собирался тайно пойти на свадьбу? Да разве я мог? А чего ты боишься? Идем. Милая, я вспомнил. У меня статья не закончена, надо доделать. Джуда Пен. Я выполню твое желание. Здравствуйте. Приготовила конверт. Твои карманные. Здравствуйте. Вы со стороны жениха или невесты? Невесты. Одноклассники или коллеги? Одноклассники. Одноклассники. Осмелился прийти? А не слишком ли? Нисколько. Платье просто чудо. Просто и роскошно. Тебе очень идет. Каждый день так наряжайся. Не прячь свою фигуру и чудное лицо. Не волнуйся. Иди с высоко поднятой головой. Послушай, это свадьба. Свадьба моей лучшей подруги. Я думал, наша свадьба. Спасибо, что сказала. Прекрати. Веди себя прилично. Спокойствие. Когда я вел себя неприлично, я самопорядочность. Ладно, я не могу расслабиться. Успокойся. Красный конверт. Здесь твое имя. Но твоего имени нет. Может, уйдем? Не хочешь ее увидеть? Садись. Ты Джу... Как там его? Да, Пен. Давно не виделись. А и не увиделись бы, если бы не свадьба или вечеринка в честь малыша. И похороны. Мы недавно были на похоронах. Встретили одного из старых знакомых. Вы Дэн Сяоси? Позвольте представить, моя жена Ли Сюэмэй. Мы только зарегистрировали брак. Здравствуйте. Ши! Это Ши! Друзья? Ши! Давно не виделись. Ты из Золушки превратилась в принцессу? Нет, я все еще Золушка. Ты очень красивая Золушка. Точно? Выглядишь прекрасно. Красивая. И где же красивая? На ней просто дорогое платье. Ты красивее. Может, все-таки уйдем? Сиди. Посмотрим на нее, раз пришли. Мы очень рады видеть тебя. И рады, что тебе стало лучше. Точно? Да. Хотя друзья тебе и узнают, но незнакомцы примут тебя за суперзвезду. Да, вы перегибаете. Это твой парень? Я Хоу Цзюэ, друг Шии, проведший с ней много дней и ночей. Какой преданный милашка. Шии должна быть с сопровождением сегодня, так ведь? Точно. Пойдемте вместе присядем. Идем, Шии. Так, милашка, для тебя было место, но его кое-кто занял. Привет, это ты? Ты, ну тот. Знаешь его? Нет. Ладно, я за столом. Ши, твой парень такой джентльмен. Он мой друг. Садись. Подвинься. Ну же. Ты, Ши, опять в пролете. Лянцы? И ты здесь? Так вышло. Давно не виделись? Да. Тебя Шаша позвала? Нет, я сотрудничал с ее мужем.
И он прислал мне приглашение. Имя невесты показалось знакомым, но я не думал, что это одноклассница. Правда? Ага. Да. Жизнь полна сюрпризов. Шии! Шии! Ты помнишь Янзи? Твоя подруга по начальной школе. Ищет тебя. Идем. Господин Лань, присядьте, поболтаем. Ну, давай, садись. О работе поболтай. Мне в туалет надо. Ты же не уйдешь? Конечно нет, а разве я могу тебя оставить? Я мигом. Давно не виделись. Помнишь меня? Давай сфотографируемся. Недавно. Выпьешь чего-нибудь? Господин Хоу, у меня дела, я пойду. Я провожу. Не нужно. Все в порядке. Не надо. 3, 2, 1. Я в туалет. А я посмотрю, идем. Посмотришь? На что ты хочешь посмотреть? Потом поболтаем, мне надо отлучиться. Ладно, веселитесь. Увидимся еще. Пока. Пока. Это мой телефон. Спасибо. Он внутри. Не закончил? Ты великолепна. Спасибо. Я пойду. Почему ты здесь? Знаешь, только что завершилась вечеринка. Тема бывшей госпожи Вушии. Они все отбриты. Прекрати! Ты послушай. Уважаемые гости, вот и наступил этот счастливый момент. Поприветствуем молодую семью искренними улыбками и благословим от чистого сердца громкими аплодисментами и пожеланиями счастья. Посмотри на меня. Госпожа Фанча, берете ли вы Дзянь Сиюаня в законные мужья? Будете ли с ним... В болезни и здравии, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит вас. Да! Дорогие гости, родители пары благословили молодых и пожелали им счастливого брака. Я вижу, что в зале много воодушевленных гостей. Есть желающие произнести речь? Я... Так, красивый джентльмен, прошу вас к микрофону. Не надо. Я буду серьезным, не волнуйся. Серьезным? Успокойся. Я... Доверься мне. Будь приличным. Всем добрый вечер. Я Хоу Цзюэ. Я очень рад присутствовать на этой свадьбе. Атмосфера сегодня очень романтичная. Я хочу пожелать молодым счастливой жизни и в ближайшее время услышать топот крошечных ножек. Не удивляйтесь, вы меня не знаете, как и я вас. Я друг вашей подруги Вушии. Мы пришли с ней вместе. Я хочу поблагодарить Шии, показавшую мне, какими могут быть счастливыми и романтичными отношения. Воспользуюсь выпавшей мне возможностью и поделюсь с вами своими мыслями. Я влюблен. И мы давно вместе. И я только понял, что люблю. А почему я люблю ее?
Потому что не хочу, чтобы ее обижали. Издевались над ней. Я как-то не мог помочь, когда над ней издевались, и мне стало больно. Тогда я понял, что я влюбился. Я хочу сберечь эти чувства и двигаться вперед. Хочу, чтобы она была со мной всю оставшуюся жизнь. В присутствии всех собравшихся здесь гостей, я хочу признаться ей в своих чувствах. Прошу вас всех стать моими свидетелями. Вуши! Ты будешь моей девушкой? Да! Скажи «да»! Иди сюда, прошу! Скажи «да», скажи «да», скажи «да». Какое неожиданное признание. Госпожа Вуши, похоже, не расслышала вопроса. Так, господин, могли бы вы повторить, чтобы все присутствующие могли это услышать? Давай! Ты считаешь меня ненадежным и несерьезным, и ты на это имеешь полное право. Но сейчас... Я серьезен. Очень-очень серьезен. Вероятно, это самые серьезные слова, что я когда-либо говорил. Я надеюсь остаться в твоей жизни, или как яркая вспышка, или как негасимый огонь, например. Но надеюсь, что ты будешь в моей жизни каждый день. Ведь ты дала мне понять, каково это... чувствовать. Научила любви и привязанности. Ты многому научила меня. Лучшее в моей жизни — это встреча с тобой. Спасибо, что ты есть. Так ты будешь моей девушкой? Будь с ним! 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 Будь с ним, 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 будь с ним. Скажи да, скажи да, скажи да, скажи да. Сююмэй, Сююмэй. Можно? Спасибо. Простите, что займу ваше время. Я Ли Сююмэй. Жена Джудапена. Кто она? Хочу воспользоваться этим счастливым моментом и признаться мужу. Прошу, будьте нашими свидетелями. Дорогой, ты станешь папой. Почему ты удивлен? Я беременна. Джудапен, послушай. Впредь, даже если весь мир будет против тебя, наш малыш и я будем на твоей стороне. Навсегда. Останови ее. Глупый мальчик. Шии, 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 не надо! Я в Ушии. Я счастлива
быть свидетелем свадьбы моей лучшей подруги. Ты показала мне, что женщина может быть успешной в карьере и сладкой любви. Любви вам. Спасибо, дорогая. Будьте счастливы. Ну а ты? Будь добр к ней, или я приду за тобой. Я запомню. И я хочу пожелать господину Джуда Пену и его супруге всего наилучшего. Держите друг друга за руки и не отпускайте. Желаю вам счастья. Надеюсь, ваш малыш будет здоров и счастлив. Спасибо, Шии. Спасибо. Да! Здорово! И почему мне всегда перепадает говорить на свадьбах? Это Сюэ Мэй прервала, когда я тебе о своих чувствах говорил. Она все испортила. Но ты меня впечатлила. Ты невероятная. Как ты виртуозно помогла своему тупому бывшему. Невероятно благородно. Хватит, прекрати врать. Это свадьба моей подруги. Зачем было устраивать этот цирк? То есть, на твой взгляд, это был цирк? А еще какие мысли? Мысли? Никаких. Я хочу, чтобы ты моей девушкой была. Что насчет этого? Ну, я слышала. Это в прошлом. Забудь. Можно вернуть прошлое? Не могу. Почему? Это невозможно. Из-за Ланьци? Он тут ни при чем. Тогда что? Нужна причина, чтобы отказать. Без причины не отшивают. Нам нельзя быть вместе. Ты мой клиент. Значит, нельзя. Может, просто оставим это между нами? Даже если и между нами, я все равно нарушу правила. А если бы не было такого правила в твоей компании, ты бы согласилась? Да? Ты признался ей? Она отказала. Но ты не отступишься? Конечно, нет. Молодец. Наконец-то ты правильно поступаешь. Она продолжает твердить, что с клиентом нельзя встречаться. Что это за бред? Ну, по сути, она права. Расслабься. Рано или поздно она примет тебя. Лучше раньше. У нее рой ухажеров. Если пойдет на свидание, я умру. Эй, ее не так уж и легко захомутать. Слушай, Шии не похожа на девушек, с которыми ты встречался. Так и есть. Она постоянно говорит, что мы из разных миров и что не можем быть вместе. Почему из разных миров? Почему не можем быть вместе? Сможете. Конечно, сможете. Ага. Не сдавайся. Я тебе задницу надеру, если сдашься.
Кушай супчик. Давай. Сегодня ты была прекрасна, как на новогоднем балу первого курса. Тогда я держал тебя за руку и говорил о своих чувствах. Я никогда не забуду ту ночь. Таков мой дизайн-план. Спасибо. Мы посмотрели три дизайн-плана. Давайте обсудим каждый из вариантов. Рейджи — это семизвездочный отель. За последние 10 лет это будет наш самый масштабный проект. Для сокращения расходов компания самостоятельно разрабатывает план дизайн. Бао Сяохань, Дин Дали и Джоу Хихун подготовили проекты, просмотренные нами только что. Я хочу услышать ваше мнение, предложение после увиденного. Не стесняйтесь. Говорите откровенно. Не обращайте на меня никакого внимания, хорошо? Я начну. Простите, но думаю, что есть проблемы в каждом из ваших проектов. Главная проблема — это устарелость. Для рынка сейчас важны инновационные идеи. Как нам стать лидерами рынка без свежих идей? Инновация — это душа дизайна. Дизайн прекрасен лишь с душой. Есть еще одна проблема. Этот проект колоссален. Не думаю, что одни инновации нам помогут. Я считаю, что в дизайне должен быть важен человек, а не конструкция. Это должно стать отправной точкой. Поэтому я считаю, что все три проекта недостаточно хороши. Господин Хоу, а вы что думаете? Я? Думаю, проект Бао Сяохань хорош. Хотя я и не занимаюсь проектом, но я читаю пожелания клиентов. И его план как раз отвечает всем их пожеланиям. Детали хороши. Видели, все элементы прекрасны. Считаю, он проделал хорошую работу. Я за Бао Сяоханя. Спасибо. Да, просто думаю, что будет намного лучше, если немного добавить теплоты в дизайн. Конечно. Я откорректирую проект. Спасибо за мнение, господин Хоу. Вы сдержаны и весьма деликатны. Президент, вам слово. Да. Я хочу высказать вам свое мнение. Сперва хочу поблагодарить дизайнеров за их работу. Не будем забывать, что у дизайнеров были сжатые сроки. Хотя у нас и опытные дизайнеры, лучшие в своем деле. Думаю, им было нелегко создать подробные проекты за столь короткий срок. Из-за отсутствия времени много недоработок. Если бы надо было оценить проекты по 100-бальной шкале, ни один из них не получил бы 100 баллов, потому что это провал. Ваша задача — доработать и откорректировать ваши проекты. Вы должны вложить душу
Вот чего я хочу. У вас 5 дней. Но лучше уложиться в 3. Чем скорее, тем лучше. Ладно. Свободны. Хоу-Дзюэ, в мой кабинет. Ши, подожди здесь. Закрой дверь. Хоу-Дзюэ, ты что, специально доставляешь неприятности? Нет. Я сказал то, что думал, его проект мне понравился. Мог позже мне это сказать. Раз посчитал план хорошим, зачем так открыто? Выступил против меня и руководителей. Побоялся, что они тебе мозг запудрят. Не думал, что надо было молчать. Считаешь меня слепым? Конечно, проект Бао Сяо Хан неплох. Но нельзя прилюдно хвалить дизайнеров. Они зазнаются. Пап, дизайнерам было нелегко проектировать. Они, не покладая рук, сутками работали. Я повидал множество дизайнеров. Они очень расчетливы. Если будешь добр с ними, они на шею сядут и ножки свесят. Ты им поможешь подняться, они, прославившись, предадут тебя. Такова жизнь. Если ты дашь им уважение и славы, разве они уйдут? Я не могу с тобой согласиться. Хоу-Дзюэ, как ты можешь быть таким наивным? Они твои конкуренты, особенно Бао Сяохань, а ты его поддержал. А что дальше? Что? Если он лучше меня, пускай, что я могу сделать? Ты просто дашь шанс стать знаменитым кому-то другому? Не понимаю. Кто решает, чей проект хорош? Кто победитель? Твой отец, то есть я. А ты все мои усилия коту под хвост. Как это я не понял? Проект Рейджи колоссален. Такое случается не каждый день. Многие дизайнеры хотели бы его разработать. Разве могу я отдать такой шанс чужакам? Нельзя просто взять и передать. Тебе проект, понимаешь? Твой проект Хайчен еще в работе. Никто не видел твои успехи, поэтому я и не могу действовать напролом. Я отдал приказ создать проекты, а задача руководства критиковать. Придет время, и я порекомендую тебя. Тебе нужно будет доработать его план, но проект будет твоим, глупый. То есть они пушечное мясо? Не только я был против. Все руководители посчитали проекты очень проблемными. Только нам решать, есть в проекте душа или нет. Каждый мельник тащит воду на свою собственную мельницу. Когда ты станешь успешным, это будет слава и нашей семьи. А что будут делать эти дизайнеры, когда прославятся? Сразу сбегут. И я должен им помогать? Зачем? Пап, я не понимаю, чего хочешь ты, но я хочу быть справедливым. Справедливым. Я что, был неправ? По поводу. Что выступил за? Ты посчитал, что это правильно? Да. Значит, был прав. Не думаю, что ты был неправ, высказав свое мнение. Мне никогда не хватало мужества. А ты хоть немного мной гордишься? Давай к делу. К делу. Спасибо. Я правильно поступил, раз и ты так считаешь. Возглавлю компанию и уволю всех этих лжецов. От каждого избавлюсь. Спасибо за поддержку. Правда. Не за что, я сказал правду. Внутренняя информация. Президенту нравится твой план. Пока.
Да, да, да! Эдди. Послушай, давай сегодня вернем платье Эмми. Это подарок. Говорил на прокат. Оставь его себе. Нет, оно слишком дорогое. Недорогое. Эмми сотрудничает с брендом. Просто угости ее ужином. Иди. Алло, обезьяны, я в печали. Какое совпадение? Может, откроем клуб по несчастью? Ладно, говори, куда приехать. Президент Хоу. Ты удачно позвонил мне. Я только забрал свою малышку из аэропорта, и ты звонишь. Я знаю тебя как облупленного. Мы друг друга знаем многие годы, ты для меня как открытая книга. Что, встретил дочь? Да. Как камень с плеч. Тебе предстоит обучить ее делу, чтобы она стала достойным преемником Шенда. Моя девочка вернулась под предлогом заботиться обо мне, хотя сама просто самостоятельно жить не смогла. И работать она не хочет. Какая вредина. 10 лет прошло, как я видел Чэнь-Чэнь. Она вся такая же девушка с характером. Приезжай ко мне, как будет время. Разговор есть. Ладно, ладно. Да, пока. Звонил дядя Джижун. Отец Хоу Дзюэ? Тот с фальшивым смехом? Да. Это он. У тебя хорошая память. Доченька. А я искренне смеюсь. А? Так как ты мой папа, типа того. Чэнь-Чэнь. Слушай, я что, не прав, преследуя свою богиню? Почему она отворачивается от меня? Она для меня что, как журавль в небе? Так? Запомни. Ты не должен сдаваться. Не думай, что ты ее недостоин. Пусть и недостоин, она не птица. Она человек. Чего? Не говори так о ней. В лучшем случае, она кексик. А значит, пропасти между вами нет. Чего смеешься? Что смешного? Они абсолютно разные люди. Ничего не выйдет. Это с какой стороны посмотреть? Не отвлекайся. Вава! 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 Открой! Открывай! Эй! Как она могла? Ты видел? Это слишком. Какой отстой! Я устал. Хайсин. Хотя ты во многом уступаешь другим, но у тебя искреннее сердце. Это может многих тронуть и сыграть тебе добрую службу. Обезьяна, а чего стоит моя искренность? Стоит моего электромобиля? Или, может, статуса того чела? Его виллы? Или ужина в 5-звездочном отеле? О чем ты? У тебя есть соперник? Будь я на ее месте, я бы тебя не выбрал. Но думаю, искренность работает, поверь. Большинство девушек надеются на искренность в отношениях. А с этим ты справишься. А разве ты не тратил деньги на девушек? Ты был искренен с ними? О чем ты? Когда это я не получал их сердца своей искренностью? Пусть я и тратил деньги, я уверен, что они были со мной, потому что их покоряла моя искренность. И какая из них?
Не хочу тебя слушать. Ши, а ты что думаешь? Искренности недостаточно. Надо действовать. Видишь? Девушек волнуют реальные вещи, а не твоя болтовня об искренности. Запомни. И что мне делать? Скажи. Мне сдаться? Или же бороться? Сдайся. Борис. Прекрати. Борис. Верь мне. Вы меня с толку сбиваете. В смысле с толку? Думаю, стоит быть рациональным. Разве не бессмысленно бороться? Почему? В чем бессмысленность? Откуда нам знать, бессмысленно или нет? Хасин, слушай меня. В бой. И легче сказать, чем сделать. Ты всегда прав, и ты богат, ясно? Я доверяю Шии. Шии, я последую твоему совету. И что ты хочешь услышать? Уговори меня. И как мне это сделать? Я не думаю, что любовь — это то, что обязательно достигается через усилия.这真。